Сегодня на Дорода вас ждет всеми любимый шоколадный челлендж. Кому-то повезет, и у него будет шоколадная вкусняшка. А кто-то будет есть обычную еду. Давайте скорее узнаем, кто станет счастливчиком. Ничего себе! Вот это нам повезло! Это же золотые слитки! Мы теперь богаты! Это точно! Погоди-ка! Мой слиток очень вкусно пахнет! Может, это и не золото вовсе? Он шоколадный? Если да, то дай мне тоже попробовать! Нет уж! Я свой шоколадный слиток съем сама! У тебя есть своя шоколадка! Точно! Поскорей бы ее съесть! О, нет, это настоящее золото! Кажется, я потрачу его на то, чтобы обратно вставить выпавшие зубы! Не говори ерунду! Я вообще-то умею лечить зубы! Так что я сейчас сама тебе все вставлю! Открывай рот! Может, лучше не надо? Как это не надо? Я уже дрель приготовила, сейчас я все сделаю! И твой золотой слиток как раз пригодится! Давай-ка его сюда! Ну и как? Круто выглядят зубы из золота. Очень круто! Я просто мастер! У меня есть крутая идея. Давай на счет три откроем крышки, но не будем смотреть. Давай закроем глаза. Наивная повелась на мою уловку. А, только не перец! Пусть его ест Диана. А мне должно достаться что-то повкуснее. Раз, два, три. Открываем. Круто, у меня шоколадный перец. Блин, а у меня настоящий перец, я не хочу гореть. Но тебе придется, потому что тебе не повезло, а мне повезло. Ха-ха. Нужно поскорее расправиться с этим вкусненьким перчиком. Уж очень аппетитно выглядит этот шоколад. У меня шоколад, а у тебя перец. Как же мне повезло, я такая везучая, ура, ура, ура. Может, угостишь меня шоколадом? Зачем? Перед тобой лежит такой аппетитный перчик, попробуй его. Он же, наверное, острый. Ого! Он даже совсем не острый. А внутри него меня ждет шоколад. Странно. Если у меня шоколадный перец, то тогда что? О, нет! Что случилось? У меня внутри перца шоколад. Боюсь, твой перец настоящий. Что? Не может быть! А-а-а! Помогите мне, спасите! Все-таки мне сегодня повезло больше. Я уже думала, мне придется гореть от перца. А пришлось мне. Это нечестно, прошу, помоги мне. Иначе я просто сгорю, умоляю, потуши меня. What? Ну, хорошо, хорошо. У меня как раз рядом есть бокал с водой. Держи. Ну как, помогло? Okay. Вроде. Oh, no. Нет. Не помогло! Я опять горю, на этот раз еще сильнее! Сейчас я приду, подожди немного. Да пока тебя дождешься, я сама потушу этот огонь. С помощью обычной прыскалки. Я уже бегу, специально для тебя набрала целое ведро молока. Нет! И зачем ты это сделала? Я уже давно потушилась. Теперь я вся в молоке. Попыт? Странный приз. Интересно, у кого настоящий, а у кого шоколадный? У меня точно настоящий, я уже могу с ним играть. Это так прикольно? Значит, мой шоколадный, нужно поскорее его съесть. Ай, как больно, он совсем не шоколадный. Ха, видела бы ты свое дурацкое лицо? А где же тогда вкусняшка? Где шоколад? Странно. Смотри, у тебя тоже есть знак вопроса на попыте. Вопрос? Да, вот он, прямо на одной кнопочке. Давай попробуем нажать на него, может тогда появится что-то вкусненькое. Класс, шоколадная кола. У меня настоящая, это тоже вкусно. Согласна, получается, нам обеим повезло. Но можно я попробую свою колу первой? Все-таки кола и шоколад – это довольно редкое явление. Ммм, это даже вкуснее, чем я думала. А что внутри, бутылки тоже шоколад? Да, но только он жидкий. Да, жидкий и очень вкусный. Видела бы ты сейчас свои шоколадные зубы? Да, но пить весь жидкий шоколад – это скучно. Гораздо веселее сделать из него что-то необычное. Например, шоколадный попыт. Вот это я понимаю, круто. У тебя не получится, это просто нереально.
Да? Мне кажется, ты просто мне завидуешь, потому что вуаля! У меня уже все готово. На твоих глазах появился этот шоколадный попыт. Попробуем. Ой, он такой вкусный. Жаль, что ты не сможешь его попробовать. А вот и не жаль. Думаешь, я сама не смогу сделать вкусный попыт? Да легко. Ты думаешь, у меня не получится попыт из колы? Ты не права. Это будет самый крутой попыт из всех. Тем более, кола может заморозиться так же быстро, как и шоколад. Так, готово. У меня тоже будет вкусный попыт. Я не поверю, пока ты его не достанешь и не покажешь мне. Да легко. Нужно просто вытащить его из формочки. Так, как он вытаскивается? Ай, ты чего творишь? Драться-то зачем? Я же не специально. Прости, пожалуйста. Не ругайся. Лучше смотри, какой попыт у меня получился. Ого, он и правда выглядит вкусно. Можно попробовать? Попробовать? Да, конечно. Тебе понравится. А пока ты облизываешь мой липкий попыт, я быстренько съем твой попыт из шоколада. Слушай, ты была права. Он и вправду очень вкусный. Мне нравится. Круто, что ты поделилась им со мной, подруга. Помоги мне, прошу. Ну, помоги. Ладно, пора и правда помочь. Все равно попыта больше нет. Да как ты посмела, воровка? Ну да ладно тебе, это же просто пранк. Ура! Это же новенький iPhone. Как вы узнали, что я мечтала именно о таком? У меня тоже iPhone, но он какого-то странного цвета. Я не знала, что бывают коричневые айфоны. Точно, он же шоколадный. Нам обеим очень повезло. Вот тебе будет очень вкусно. Да, я хочу поскорее проверить, насколько этот айфон вкусный. Что-то мне подсказывает, что он будет просто волшебным. Так и есть. Он просто невероятный. Жаль, что тебе такой не достался. А кстати, как там поживает твой настоящий айфон? Какие вкусно. Мой айфон? Неплохо. С его помощью я тоже могу вкусно поесть. Смотри, я могу делать так, чтобы вкусняшки появились на столе. Ого, это и правда сработало. Раз это сработало один раз, значит сработает еще. Слушай, может ты и мне сделаешь вкусняшку? Тебе же это ничего не стоит? Нет уж, мне и самой вкусняшек мало. Ну хотя бы одну, умоляю. Нет, я не буду есть таракана. Пусть с ним справится Диана. Диана, держи, сделай себе вкусняшку. Нет, я не хочу таракана. Спаси меня от него, уйди вон. А, это очень мерзко. Наконец-то он улетел. Теперь он никогда не вернется. Нет, 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 уйди, прошу. Кажется, я умираю, держите меня. Эй, ты как? Ой, ну главное, что таракана больше нет. Значит, можно приступать к вкусняшкам. Добро пожаловать на челлендж для художников. Ого, это крутая идея. Шоколадный фонтан получит тот из вас, кто лучше всего его нарисует. Раз все согласны, то пора бы приступать. Но учтите, рисовать вы должны без рук. Это обязательное правило. Если все понятно, то ваша минута пошла. Поехали! Я уже уверена, что победа у меня в кармане. Чего мне соревноваться с этими неумехами? Кто бы говорил? Что-то мне подсказывает, что фонтан из шоколада получу я. Уж больно круто я рисую. Еще чего? Он мой. Правда, пока что мне не очень нравится то, что получается. Может, нужно просто сменить тактику? Думаю, рисовать фломастером будет куда удобнее. Так, вот так попробуем. Хорошо. Точно, фломастер. Я тоже хочу рисовать им. Да,
Да уж, ты фломастер-то открыть не можешь. Вообще-то это не смешно. Так, и что же мне делать? Тем более у других такие классные рисунки. Ладно, ничего страшного. Если у меня не получается красиво нарисовать, то нужно, чтобы другие тоже попортили свои шедевры. Думаю, перо мне поможет. Ты что сделала? Из-за тебя я весь рисунок испортила. Ага, вот это невезуха. А ты чего смеешься? Я тебе испортить могу. Кроме того, твоему рисунку тоже хана. Я и его испорчу. Будешь знать, как смеяться над Самантой. Нет, хватит. Правильно, так ее. Челси, а ты почему радуешься? Я и твой рисунок сейчас мигом испоганю. Не надо, прошу. Девочки, ваше время вышло. Показывайте рисунки. Блин, я даже не успела испортить рисунок Челси. Давайте посмотрим, что же вы там успели нарисовать. Мэри, это еще что такое? Похоже не на фонтан, а на какую-то кляксу. Саманта, твой рисунок тоже не очень. Почему вы не постарались? А как вам моя работа? Ну, она лучше, чем у других. Окей. Но я видел и получше. Ладно, так как у других все еще хуже, сегодня побеждает Челси. Больше всех старалась, поэтому я заслуженно получила эту награду. Думаешь, ты одна можешь пить шоколад? Ошибаешься. Мы тоже можем это делать. У нас даже трубочки специально для этого имеются. Как же вкусно! Эй, а где мой шоколад? Ну, ты же наша подруга. Вот ты и поделилась с нами. На этот раз ваш приз будет еще круче. Смотрите, какой милый песик. Да, такой пупсик. И он очень объелся, поэтому хорошенько сходил в туалет. И нашим призом станет эта милейшая какашка. Кто лучше нарисует, тот ее и получит. Желаю удачи, а ваше время уже пошло. Я не хочу какашку. Нужно просто нарисовать что-то. Но не какашку. Я должна сделать самый плохой рисунок в своей жизни, точно. Нет ничего хуже, чем рисовать ногой. За запах сразу прошу прощения. What? Что это такое? Началась ядерная война? Откуда эта вонь? Это всего лишь моя ноженька. Все точно нарисуют что-то крутое, а я просто буду мазать фломастером по бумаге. Так меня и не засекут. И какашку получить не придется. Блин, я потеряла коричневый фломастер. Мне срочно нужна замена. Что-то у меня все из рук валится. Нужно быть аккуратнее. Интересно, что успели нарисовать остальные? Так, ваше время вышло. Показывайте свои художества. Уже все? Ура, я готова показать рисунок. Челси, я ждал от тебя большего. Ого, Саманта, да ты умница, у тебя прекрасный рисунок. Мэри, а ты почему спишь? Я не сплю. Вот мой рисунок. Ой, вот это и правда настоящая какашка. Значит, приз получаешь именно ты. Давайте поздравим Мэри. Какашку? Блин. По правилам ты должна ее съесть. Да, но вдруг мне повезет и окажется, что это всего лишь шоколад. Фу, она и правда ест какашку. Сами вы какашки. А это обычная, очень вкусная шоколадная паста. Хотите попробовать? Очень вкусно. Девочки, на этот раз сражаться вы будете за этого милейшего котенка. Какой миленький. И очень пушистый. Если вы нарисуете его очень круто, то он ваш. Рисовать на этот раз нужно будет мелками и на своем лице. Я могу лишь пожелать вам удачи. Время пошло. И правда, зачем рисовать что-то на бумаге, если я сама очень похожа на милого котика? Просто нужно пару деталей на лице дорисовать, и все готово. Я тоже похожу на кошечку. Мяу! И крашусь я лучше всех. Можете мучиться сколько угодно, а я единственная, кто додумалась достать зеркало. Без него я
точно ничего нормального не нарисую. Тем более зеркало не против правил. Победа точно у меня в кармане. Челси рисовать совсем не умеет, а Мэри... Ого! Использовать зеркало – это против правил. Как тебе не стыдно? Смотри, Челси, ты видишь эту наглость? Да, это несправедливо. Мы должны проучить Мэри. Давай смоем ее макияж. Мэри, ты готова принять душ? Тогда получай. Зачем? Зачем вы это сделали? Я могла получить пушистого котика в подарок. Точно, котик. Если Саманта будет краситься так же круто, то не видать мне котенка. Нужно испортить ее макияж. Саманта, у тебя краска смазалась. Где? Скажи мне, я исправлю. Давай лучше я тебе помогу. Мне не сложно. Так. Да. Вот теперь супер. Ой, спасибо большое. Девочки, показывайте ваши мордочки. Будем смотреть, у кого что получилось. Мэри, ты опять даже не старалась. Какой ужас, даже котику видеть нельзя. Саманта, а ты вообще видела, как ты выглядишь? И как выглядит кот? При чем тут пират? Пират? Какой пират? Ах ты, Челси! Я тебя проучила. Зато теперь ведущий по заслугам оценит мой макияж. Да уж, придется опять отдать победу Челси. Потому что у остальных все гораздо хуже. Ура, теперь этот малыш мой. Ой, апчхи! Кажется, вернулась моя детская аллергия на кошек. Апчхи, апчхи! Ничего страшного, теперь котенок будет более в надежных руках. Моих и Мэри. Нет, он мой. Вылечись сначала, а потом мы отдадим тебе котика. Раз прошлый приз был таким классным, то этот может вам не понравиться. Вы будете бороться за рыбку. Более того, рисовать на этот раз вам придется разными соусами. Будет труднее, но вы справитесь. Время пошло. Конечно, все будет супер. Рисовать соусами – это не только весело, но и вкусно. Ты чего там делаешь? Оставь мусор при себе. Прошу прощения, я не специально. Ладно, я не обижаюсь. Наверное, рисовать соусами прикольно, они же такие яркие. Выглядит очень даже круто. Оказывается, кетчуп – это неплохая краска. Мне кажется, сырный соус тоже довольно яркий. Так что и с его помощью можно сделать классный рисунок. Он так быстро закончился, но не беда. Они все выглядят очень яркими и красивыми. Так что любой соус поможет мне в рисовании. Ого! Я не думала, что рисовать соусами – это так увлекательно. Так. Блин, все рисуют слишком круто. Мне тоже надо поднажать. Я тоже хочу красивый рисунок. Соусы очень неплохо пахнут. Наверное, они на вкус очень приятные. Ого! Какие же они вкусные! Зачем вообще рисовать, если соусы сами по себе такие классные? Правда? Мне кажется, есть просто соусы – это странно. А вот и нет, это круто и очень вкусно. Согласна, но рисовать все-таки круче. Ой, дурацкие коробочки. Блин, они испортили весь мой рисунок. Как вы могли так меня подвести? Дурацкий мусор. Блин, кажется, я съела все соусы. Рисовать мне теперь совсем нечем. Но ничего страшного. Можно просто украсть рисунок у Саманты. Ваше время подошло к концу. Показывайте, кто что нарисовал. Показывайте. А я пока заберу себе хороший рисунок. Мэри, сегодня явно не твой день. Рисунок так себе. А вот у Челси мне нравится больше. Хорошая работа.
Саманта, а ты чем занималась? Думала, если будешь сидеть и ничего не делать, то не получишь рыбу? Упс. Как бы не так, поздравляю. Именно Саманта получает целую кучу рыбешек. Это все из-за Челси. Я не съем так много сырой рыбы. Идея. Зачем есть сырую рыбу, если можно ее приготовить? Это отличная мысль. Не зря же я всегда ношу горелку рядом с собой. Ой, Челси, прости. Кажется, огонек и на тебя попал. Да уж, а тебе идет. Да ну вас! С помощью горелки можно превратить гадкую рыбку во вкусный деликатес. И сделать это очень просто. Вот, смотрите. Пожелайте мне приятного аппетита. Просто изумительно. Подписывайтесь на Дорода, тут всегда очень весело.